елкой, бабы в кокошниках взошли на эстраду. До сих пор они символизируют собой русскую народную традицию. Я уж не говорю, конечно, о фольклорных ансамблях, которые вообще клюкву надевают. Иногда пошьют на бабушек там 60-летних сарафаны атласные и сверху кокошники, и у всех одинаковые. Слушай, шляпу сними, а? Сам ты шляпа, кокошник. Сложно судить о культуре в России. В принципе, потому что настолько как-то извращено это понятие. У нас культура, она привнесена. Она привнесена, и уже русский человек, он возрос на чужой культуре. И, конечно же, она немножечко покосилась. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. А кокошник на наших бабушках из клубной самодеятельности стал символом покосившейся русской культуры. Кокошник вообще на Руси носила только женщина первый год замужества, второй год замужества. Все. Ни девушка маленькая, ни девочка не могла надеть кокошник. Это все равно, что на ребенка надеть бюстгальтер. Но кокошник! No life! Позор для тех, кто знает традицию, совсем не кажется позором для тех, кто традицию забыл напрочь. Поэтому подделки типа «а-ля Рюс» заполонили собой так называемые народные праздники, эстраду и, конечно, валютный туристический сервис. Вот почему опыт отдельных носителей и знатоков русской традиции бесценен. Это значит, что цепочка поколений русских не прерывается. И мы надеемся, что это так. Есть еще один обнадеживающий фактор. Ему название «архаичная память». Русские помнят то, что с ними было когда-то. Когда человек выращивается, ну, в какой-то ненациональной культурной среде и внезапно обнаруживает себе вот какие-то особые состояния. Ты скрипи, скрипи, нога, скрипи, липовая. Если мы сейчас, как прикладные психологи, начинаем, допустим, исследовать детей в раннем возрасте, то очень часто вдруг обнаружим, что ребенок вспоминает то, что было в прошлой жизни. А медведь проснут, а медведь голод. Выползал весну, а попал в снег, в лед. Заревел медведь, зашалел медведь, носом вверх, поверть, и услышал снеть. Ты люби меня, душа, люби липовая, потолку. Это работа родителей. Испытания же проходят примерно как? Берут и перед ребенком, ну, в том возрасте, вот где-то там около 3 лет, что ли, раскладывают игрушки, может, даже раньше, или вещи, которые у него были в прошлой жизни, вперемешку с новыми вещами. И если он начинает себя вспоминать, он выбирает то, что надо. У нас сохранилось умение интуитивно прозревать. В частности, вот в межличностном общении у нас этот дар есть, это знают все. И эта сила интуитивного познания позволяет нам быть более магическими существами, чем рациональными. Увези меня на волке к дальним северным озерам, где до ночи долго-долго, а до утра скоро. В этот миг слетают все культурные наслоения. На короткий миг, как молния такая. Все слои сознания пронзаются заботой о выживании, и разум оказывается в чистом виде. Ребенок, ну, который еще придумать не может, однозначно говорит, это было раньше.
И очень часто успех или, там, как вы говорите, сила русского человека в том, что он умеет пользоваться, считывать какие-то движения Вселенной и двигаться вместе со Вселенной в одном направлении. Таким образом, возрождение архаичной памяти народа, его родовая интуиция, по мнению ученых, является жизненной программой человека, связывающей его с программой всей Вселенной. Традиция – это память, сохраненная в предметах и делах. Дети особенно чутко реагируют на то, что забыли их родители и бабушки с дедушками. У меня есть такое интуитивное прозрение, что идет некий процесс, вот там, начиная с 91-го шел процесс распада, а сейчас какой-то все-таки идет процесс собирания. Мне это очень помогает жить. Я на это очень надеюсь. И мне кажется, таких людей много, которым это помогает жить. Этот фильм и о том, что помогает жить русскому народу, и что еще остается в нем как предание и сохраненная традиция, как живое предание. Если спросить всех этих людей, какая сила влечет их в наше рациональное время, когда большинство народа, даже самые консервативные семьи, едут из деревни в город, когда деревенский уклад уходит в прошлое, какая сила влечет всех этих людей к русскому костюму, к песням, к ремеслам, вы вряд ли получите исчерпывающий и однозначный ответ. Они стремятся жить так, как жили наши предки. Они хотят познать законы деревенской жизни. Почему здесь испокон веков жили счастливо, богато и вот не собираются никуда уезжать. Тем не менее, повсеместное возрождение русских народных традиций и интереса людей к быту и фольклору наших предков – явление неоспоримое и очевидное. Эта народная тяга почти никак не связана, к сожалению, с инициативами власти. Русские больше не хотят быть иванами, не помнящими родства. Они хотят вернуть себе мудрость, которую у них продолжают отнимать и сейчас, переписывая даже близкую историю, случившуюся не 2000 лет назад, а 70 лет назад, недавно. Россияне узнали не понаслышке, что такое попытаться отнять у них великую победу и посягнуть на историю. Дискредитации победы в Великой Отечественной войне и принижением роли русского народа в братском союзе с другими, уважаемыми народами России, занялись сотни средств массовой информации как в нашей стране, так и за рубежом. Протест русских людей, людей говорящих и думающих по-русски против беспамятства, увидел олицетворенным весь мир. В бессмертном полку прошли не менее 11 миллионов Иванов и Ивановых. И это была манифестация против беспамятства. И эта традиция обязательно продолжится. Люди чувствуют, что история, традиция – это их единственная опора в жизни. Ведь русские, к тому же, самый разделенный народ мира. 25 миллионов русских живут за пределами исторической родины – России. Поразительно, но дети тоньше всего чувствуют нехватку в их жизни наследия предков. Этот уникальный клип снимался в обычной средней школе. Но дети выглядят в нем и говорят в нем необычно. Возможно, мы просто не знаем не только нашу историю, но и наших деток. Разумеется, свою семью, родителей, сестру. Своих родных и близких. Мама, папа, брат. Бабушку. Я вообще не смогу прожить без моих братьев и бабушки. Ну, наверное, извинить за все, что там было. Что-то плохое или еще что-то. Я бы их куда-нибудь увела и спрятала. Я не хочу с ним расставаться. Что никогда не будут меня забывать. Чтобы она не держала на меня зла. Я сейчас говорила конкретно про маму. Я их люблю и что... Не надо плакать, потому что это...
путь, который, ну, реально у человека есть. Мам с папой, чтобы они не забывали, что Россия самая большая страна, и что мы победим. Я бы сам пошел бы тогда на войну. До 1917 года четверть мужчин в России были по имени Иванами. В этом можно сомневаться, но это факт статистики. Имя Иван обретает сегодня вторую жизнь. Как тогда, так и сейчас. Ивановы в Петербурге, как и по всей России, самая популярная фамилия. С каждым годом, например, в одном только Петербурге прибавляется несколько тысяч Иванов. Иванов, все-таки не помнящих своего родства. Дедушка, наверное. Не, ну, я на самом деле немного не знаю. Я даже не спрашивал. Прадедушка Михаил. Он вернулся. В 2014 году ученые из Калифорнийского университета составили скорбный перечень из 7 городов мира, которые в ближайшие 100 лет могут насовсем исчезнуть с лица Земли. В этот список попал российский город Иваново, край мастеров, знаменитого русского текстиля и народных умельцев. Но именно в этом уголке Владимирской губернии большевистский эксперимент по надрезанию поджилок русского мужику был наиболее последовательным. Оно и неудивительно, именно в Иваново зародились первые советы, которые долгие годы станут имитировать народную власть. Вадим Андреевич Смирнов, один из наиболее маститых знатоков русского фольклора Центральной России, окончил Московский государственный университет, защищался на кафедре русского фольклора, объездил всю страну в поисках аутентичных традиций. После Архангельской, Брянской, Калужской областей оказался в Иваново. И по сравнению с этими областями, Ивановская оказалась очень бедная и, мы бы говорили, нерепрезентативная. Оказалось, что точка российской силы, Ивановский край, был при советской власти собран из лоскутков Костромской, Ярославской и Владимирской губерний. Но от этого, что странно, не перестал быть местом особой силы русского духа, местом силы. Ну, вы абсолютно верно говорите о том, что здесь все-таки какая-то энергетика есть. То есть то, что вот они здесь оказались именно в данном месте, и то, что они вот так вот его обихаживают, вероятно, связано с каким-то интуитивным ощущением, что это место позитивное. Единственный в своем роде заповедник народного быта появился именно в Иваново, где народный быт уничтожали особенно рьяно и даже весело, где в наше уже время, когда народ услышал слово «скрепы», «русская весна», «Крым наш», местная власть решила уничтожить заповедник и всякое желание русских находить свои истоки и радоваться этому. Нет, русский проявляется не там, где плохо, а там, где душа его ведет. Это может быть там, где неплохо, там, где тяжело. Где ты, ну, где тебе хватает, условно говоря, мозгов, образования, может быть, этот русский и не проявится. А где нужно от широты души поступок совершить. Принять на себя ответственность. Александр Шевцов в этом смысле типичный русак. Взял на себя ответственность за возрождение русских традиций. При нем Ивановский заповедник народного быта стал центром всероссийского притяжения для тех, кто искал и ищет силу. Не всем это оказалось по душе. Традиции родосгонии, выхолащивание всего русского именно здесь, на родине первых советов народных депутатов, оказались сильнее, чем можно было ожидать. Так вот, может ли народ вспомнить себя? Ну, думается, что в народе, так же, как в теле человека, клеточки специализированы. Вся толпа клеток вряд ли. А вот те, кому полагается вспоминать, безусловно, могут. И они пытаются. Всех, кто пытается, Шевцов, человек недюжинных организаторских способностей, собрал вокруг заповедника народного быта, вокруг любви к традиции. Вот так жизнь, вот так все, ну, может, красивое или какое-то, оно исчезает. Ну, надобности нет, выживать можно и так. Но, а как? Ну, а если это же для души, это же такая красота. Ну, можно, конечно, жить и без этого, но я не хочу. Вот Ивановская земля, которая славилась постоянно своей вышивкой, все же забирает последнее. И... У меня есть ученицы, которые это берут.
То есть в каком-то смысле они, народ сумасшедший именно, потому что это как хранители, которым вот это надо, они это видели, они это чувствуют, что им это надо, им это надо сохранить. Ну а если посмотреть, какой здесь создали музей, сколько издали книг, это работа хорошего научно-исследовательского института. И то, что это идет снизу, то, что это идет ну, буквально от земли, это очень показательно в нашей. Для того, кто идет снизу, от земли, из народа, надо быть все-таки готовым к тому, что наверху его не очень-то и ждут. Зависть и ревность, ревность и страх. Страх и боязнь, народные инициативы, народного духа, все эти колючки на живом дереве России тоже своего рода традиция. Нашелся тот, кому помешало, либо это место, либо человек, я не понимаю. Сколь я в мире не ликую, я и смерти не миную. Вы зачем убиваете красу и гордость своей земли? У нас музейные коллекции богаче по нашим этнографическим частям, чем в областном музее. В музее 19 единиц дореволюционной русской одежды. Это не полные костюмы, это единицы. У нас больше 200. Мы издали альбом, мы единственные издали. Да? А они уже объявляли, что ивановскую одежду не восстановить, она полностью утрачена. Мы смогли все это сделать. Зачем убивать сам заповедник? Чтобы лучше понять, что происходит сейчас с русской традицией, надо проследить историю Ивановского заповедника. Многие питерские фольклористы, как и их коллеги со всей России, непременно побывали там. Дело в том, что в нашей стране нет, пожалуй, такого места, где собрано все или почти все из умений и обычаев, чем жил русский человек испокон веков. От искусства ворожить, воспитывать детей до умения работать топором, молотом, прялкой и коклюшками. Где помнят странный народ афений или мазыков, искусных мастеров, обладателей хитрого языка фени, хитрые науки убеждений и рукопаши, известных в истории Руси как скоморошество или жизнь корабейников. Именно во Владимирской губернии, теперь в Ивановской области, когда-то жил странный народ – корабейники. Афени и мазыки, говорившие на странном наречии, певшие и плясавшие странные песни и танцы под гусли, умевшие решить любую жизненную задачу и поговорить как бы шутейно с небом, как с человеком. Потом их стали называть скоморохами. Скоморохи – это никак не относится к данной местности, хотя Кирша Данилов – последний скоморох Руси. И они здесь жили, определенно, и здесь, и в других местах, повсюду, по всей Руси Великой, скоморохи. А вот афени жили только здесь. Хитрую науку афени и мазыков Сан Саныч Шевцов перенял породу и фамилии от своих предков. В каком-то смысле это тайные знания. Но он начал делиться ими с людьми, вспоминающими свою традицию. Феномену Шевцова и хитрой науке о душевной силе русских можно удивляться, а можно его и ненавидеть. Можно объявить даже вредной сектой, так и не поняв. А это все вымарывается и изгоняется не просто 99-ю, наверное, 999-ю там, из тысячи остальных русских. То есть процент тех, которые хочет жить вот так по старине, настолько низок, что ты начинаешь задумываться о том, а что такое действительно русский народ. Писатель Александр Шевцов, до недавних пор живший в Иваново, из тех русских, чью традицию намеренно уничтожали не только из истории России, но и из самой жизни. Дело в том, что он из рода афений, пришлых людей когда-то из Греции. Позже их стали называть масыги или мазыки. Ну а ближе к середине тысячелетия этот народ повсеместно стали звать скоморохами. У меня прадед в 18 веке был Иван Скоморох. Участвовал в Пугачевском восстании, потом бежал и где-то там вроде как кубанскую казачку привел. И он поменял фамилию со Скомороха на Комаров. По созвучию. Владимирский централ, знаменитая тюрьма во Владимире, через которую шел тракт в Сибирь, через которую гнали каторжников из европейской части России. Тюрьма стала в своем роде крупнейшим университетом, где обучались фени, то есть языку афени. Ну или другое самоназвание – масыги, мазыки. Мас – это сам,
То есть перевыдно слово, обращенное наоборот. Я сам масса. В сущности, я. У этих странных русских людей, Афени и Масыгов, все наоборот. Чтобы труднее было разгадать. Потому что по преданию, если разгадаешь человека, узнаешь причину его силы и можешь его победить. Через Владимирский централ Афени обучали арестантов языку Фени и своей хитрой науке быть незаметными, но сильными. Такими были здешние русские. Хитрую науку помнили до конца 80-х прошлого века старики в некоторых деревнях Ивановской и Владимирской областей. Потом случилась, как мы знаем, перестройка. Она ознаменовала собой окончание этапа традиционной Руси, когда умерли последние носители традиций. Началась эра дерусификации русских. Они были очень закрытыми. И я бы туда не попал, не будь я внуком собственного деда, которого они знали, которого помнили. Меня отвела бабушка, соседка по дому в деревне, тетя Шура. Туда. И только поэтому, когда сказали, что я внук Харлампыча, вот со мной стали вообще говорить. Старики не только заговорили с Шевцовым, но и, уходя в мир иной, передали ему хитрую науку о мире, в котором человек должен жить по законам. А законы дают русскому силу. А при этом вот эта вот потрясающая вещь, которая ужасает. Тогда это казалось долгим. Я в 85-м году пришел, а последний дед ушел в 91-м. Так вот, тогда это долго, 7 лет, а в действительности это краткий миг. Потом, описывая и анализируя хитрую науку в книгах по этнографии и психологии, всего Шевцов напишет их около 50, Сан Саныч не раз спрашивал себя, а не зря ли он нарушил обет молчания? Не от того ли свалились на него и на Ивановский заповедник быта всякие нестроения и неурядицы? Но это будет опять же потом. То, что потом назовут сектой «Заповедник», родилось из количества экспонатов, собранных по окрестным деревням, из редкого обилия ремесел и из огромного желания местного народа удержать в памяти, сохранить уходящую жизнь своих предков. Русь – страна все-таки топора. То есть при тех лесах, что здесь были… Обилие леса сделало дерево центром культа, основой культуры, главным символом жизни русских. И на вышивках, допустим, старинных часто встречается древо. Ну, его называют мировое древо. Этот знак или символ, это, ну, как бы устройство, это ось мира, вокруг которого разворачивается весь мир. Лес – это для русских все. Это и символ жизни, и сама жизнь. В лесу русский как дома, тут его мир. Питание, одежда, любовь, красота. А топор как еще одна рука. Вот она, топорная работа. Что, ну как? У нас было в голове все время, что топор. Ну что, Россия, лапотная такая топорная страна. Нет, там было искусство, там было мастерство, которые забыты и утеряны. Нет, даже все, кто угодно, как-то это у всех откликается. У всех. Ведь это очаг нашей культуры. Заповедник ради этого и создал. Мы создавали это место для того, чтобы желающие могли приехать сюда и окунуться в мир народной культуры. Наталья Прыткова, Светлана Пигарева, как и Кирилл Колтышев, разбудили в себе, что называется, память предков. И предки у них точно из этих мест Центральной России. Но ехали и едут в Ивановский заповедник со всей страны. В то время как в самом Иваново многие даже и не знают о заповеднике народного быта. Я не знаю, может быть, это какая-то черта Иваново. И это не черта одного Иваново. Это черта большинства русских, отраженная в пословице «что имеем, не храним, потерявши плачем». Неумение жить с выгодой и дорожить настоящим больше, чем будущим – это и есть русский характер. Русские за жизнь не цепляются. К сожалению, я не знаю, может, прав Гумилев, что пора этому народу уходить. Не знаю, посмотрим. Одной жизни мало. В России подавляющее меньшинство людей нуждается в подпитке народными истоками. Вот почему такие, как Светлана и ее друзья, не просто затейники, но еще и охранители. Я считаю, что, ну, наверное, я не случайно живу эту жизнь, потому что, ну, через меня, через моих друзей идет вот эта весть
про народную культуру. Еще один хранитель традиции – Иван Багаев. Через Ваню люди, попадающие в заповедник, узнают о таком тайном искусстве русских, как танец, вернее, русский таинственный пляс. Я учился, когда наигрывал Тимоню на балалайке. Вот я не мог ее сыграть, пока не стал плясать ее. То есть, ну, мысли прямо с балалайкой, то есть внутренней. Под драку тоже наигрываешь, играешь, тоже как бы внутреннее состояние, ты вот сам встаешь в стенку и вот начинаешь играть. Танец не просто движение в такт под музыку. Танец как сочетание символов внутренней жизни. Поймет тот, кто видит не глазами, а сердцем. Старики говорят, ты бери в глаза. То есть, ну, как объяснить, ты бери в глаза, не знаю, ты приезжаешь и смотришь. Иван насмотрелся плясок по всей России. Честно скажу, все, что я видел, если не всегда поражал, то очень постоянно захватывало. И я, можно сказать так обо всех практически, вот, кого я видел, кого учился, вот, кому ездил, обо всех я бы так сказал, потому что это удивительно. То, как они обучают, ну, там, например, на Тимоне ездили, она там бабушка говорит, ты, говорит, этой ногой останавливайся этой работой. Но это в словах не передает, она еще как бы говорит, говорит и делает то, что нужно делать. Русский танец, русский пляс не менее символичен, чем тот же индийский, где каждый поворот головы или плеча означает эмоцию сопереживания. У каждого же есть, ну, свои какие-то движения, там, прищур, условно говоря, брови повел, еще как-то. Если смотреть вообще народную пляску, движение всегда есть, он нигде не останавливается. То есть вроде бы даже если он положил руку на бок, да, то есть как-то, но она и то там играет. Пляска даже в этом есть. Вышивание сродни танцу. Или русский пляс сродни вышиванию. Что ни движение, то символ, что ни поворот, то знак. Мастер читает танец как книгу. Мастерица-вышивальщица все скажет о человеке по узорам на его платье или рубахе. Мастерица всегда отличит строчку своей местности от чужой. Чем она отличается, ивановская строчевая вышивка? Она называется еще ивановский кубанец. А в старину называли кудрявый кубанец. И вот этим отличается она от другой строчевой вышивки. Древнейшее искусство – изображать жизнь в символах и узорах уже в зрелом возрасте. Наталья Алексеевна Прыткова запала, что называется, на вышивание. Вот это вот ажурная по сетке, вышитые узоры. Вот. И она мне просто, я не знаю, как можно сказать, душу запала. Я решила научиться вышивать. Понадобилось 7 долгих лет, чтобы только освоить азы. И все это время Наталье все вокруг говорили, что это все не модно, не нужно, не пригодится, кусок хлеба не принесет. Когда я увидела вот такую красоту, и вдруг у меня что-то прямо там внутри, я не знаю, подскочило, наверное, что я хочу. А теперь Наталья Прыткова освоила мастерство вышивки, которому не одна сотня лет. И это не совсем рукоделие, это язык предков. Например, у северных народов 70 оттеночных названий одного только снега. Примерно столько же способов передать его цвет. 70. Видимо, так тонко видел народ. Вот через эту вышивку видно, а как он видел тонко. Тонко видеть мир. Вот смысл народного искусства и ремесла. Однажды увидевший тонкий мир, ни на что другое его не променяет. Вот вся наука жизни, она направлена на то, чтобы человек ощутил, скажем, свое счастье. Ну, это, наверное, как минимум состояние, что ты как-то живешь, а ты со своей душой. Там совсем немного вещей. Вот мы собираем здесь то, что позволяло жить именно счастливо, и что составляло на кожу жизнь. Заповедник народного быта в Иваново
собрал за 8 лет своего существования исчезающие виды народного искусства, как собирают в Красную книгу исчезающие виды растений и животных. Мы еще не сказали и о таком виде искусства, как рукопаш, позволявшая русским чувствовать себя защищенными как изнутри, так и внешне. Культура и народ можно рассматривать через разные его проявления, через разные части. И мы рассматриваем через боевые искусства, через русское боевое искусство, вот, которое бытовало здесь, на этих землях. Если в драку вкладываешь душу, то это уже никакая не драка, а самая настоящая русская рукопаш. В этих краях она еще зовется странно – «любки». В самом слове, обозначающем схватку «любки», и заключается парадокс русской рукопаши. Было такое понятие, пожалуй, у русского народа, и об этом многие пишут, наши писатели известные, мы, русские, осознавали себя, как что есть русская душа. Ну, то есть, как проявление какое-то. Я не слышал о таком проявлении у немцев, что есть немецкая душа, у англичан английская душа. Есть какое-то понятие, русская душа. Нетрудно догадаться, что любки – это когда по-русски, по праву сильного, не доводишь поединок до смерти противника. Ты его жалеешь и даже любишь, но силой принуждаешь его к миру. Сам подход позволяет не травмировать никого, не калечить, а наоборот, взращивать своих соратников. Неожиданно оказалось, что и сами носители древних знаний о ремеслах и традициях русских – это и есть полноправные обитатели заповедника, то есть люди из Красной книги. И их все меньше, но они всегда есть, слава Богу, в каждое время. Хотя так любить русскую традицию и образ жизни может далеко не всякий. Но для них это стало смыслом жизни. Да вот конь гордый такой, солнечный конь, там, символ подтверждения. Барашек должен быть бодучий. Но если он бодучий барашек, то есть каждая игрушка имеет свою какую-то черту. Тоже не только с топорным, но и с кузнечным делом. Люди посторонние, никогда ничего не рубившие, не вышивавшие, не плясавшие, не ковавшие, проходят мимо и вдруг вспоминают от взгляда, от звука, от соприкосновения, от запаха то, чего с ними вроде бы никогда не было, но было с их предками, это точно. Самое интересное даже, что мамы с детьми идут с грудничками, груднички начинают плакать, останавливаются мимо, когда проходишь, когда вот куешь, когда наковальня поет, спрашиваешь, что капризничаешь, а мама обычно говорит, нет, вот ребеночек, прямо вот отходишь от кузни, он плакать начинает. Видимо, даже вот у грудничков, у этих, у маленьких, душа как-то отзывается. Кажется, именно это и называется архаичной памятью. Память о русском быте пряталась в звуках. Потомки вспоминают звук наковальни, кузницы, которые в этой жизни они просто не могли нигде слышать. Многие там где-то движения, вот они бьют, убили движение. А там, когда работаешь, там же все тело, оно шевелится, оно как бы живое, оживает. Вместе с телом оживает и память. Сокровенное тело, оказывается, помнит то, что забыла душа. Когда мы начинаем ковать, в это время вот вспоминаем случаи, где там их кто-то поругал или кого-то поругали. Вот они выбирают вот эти вот причины, или там стеснение, или неуют какой-то в себе, и начинают ковать. Каждая нота в песне, каждый поворот стежка в узоре вышивальщицы или в ходу плясуна, каждая зарубка на мазыкской игрушке – все это искание счастья русского человека, достижение им смысла будущей райской жизни. Оттого, наверное, и удовольствие от народной традиции неслыханное и невиданное, похожее где-то на счастье, на мечту о грядущем рае. Это попытка сделать этот мир близким к тому райскому, о котором помнит душа. То есть в каком-то смысле вернуться на небеса, сделать его прекрасным, красивым. Вот, так сказать, воплотить еще при жизни здесь райский мир. В отношении мечты о рае мы действительно единый народ. Потому что, мне кажется, это вообще основа разума всех людей. И те же вот мои учителя, условно говоря, да,
Мазыке, Афене, они прямо говорили о том, что разум работает как бы по некому такому скрытому устройству, которое называется луч райского возвращения. Последние Афени и скоморохи доживают свой век, прячась от чужих глаз, уходя по лучу райского возвращения из этого мира. Рая на земле не получилось. И теперь из-за низкого уровня жизни ивановцы покидают родные края. Едут в Петербург, Москву, Иваново пустеет. Пустота идет, скорее всего, из души. Тот же уникальный заповедник русского народного быта был практически унижен и прекратил свое существование вскоре после этих съемок. Местным властям и правоохранителям показалось, что русские под видом возрождения традиции создали здесь секту. Сплетню подхватили средства массовой информации и федеральные каналы. Корневых русских, природных иванов, Иванов из Иваново заклеймили сектантами, не спросясь у них самих, а чего, собственно, хотели эти русские люди. Заповедником народного русского быта занимались ивановское ФСБ и полицейские из Центра противодействия экстремизму. Занимались долго, почти год. Все это время доктор наук, писатель и этнограф Шевцов, автор полусотни уникальных книг о русской душе и о русских традициях, находился под арестом. Ему вменялись тяжелые статьи Уголовного кодекса. Вымогательство и создание запрещенной организации, посягающей на личность и права граждан. По этим статьям один из лучших в стране знатоков русского скоморошества должен был сесть на многие годы. Скоморохов называли разумными дураками. А разумный дурак, он еще имеет разум. Он один-то раз ударился, например, да, а второй-то раз он понял, как мир устроен. Каждому русскому хорошо известны эти слова «жизнью битый». Значит, опытный, сильный. Как объяснишь простому дураку, что наказание и битье жизнью, избиение, бывают еще и с пользой? А вот разумный дурак, скоморох, из плохого извлечет полезный урок. Это по-русски. Очевидно, за тем, чтобы об этом стали знать и начали задумываться те, кому надо. Поскольку я в действительности не совершал того, что мне приписали, то это очевидно. Ну, простейшая очевидность здесь всегда такая, что если нет пострадавших и нет заявлений, то и дело не должно бы возбуждаться вообще. Следствие проходило под мощнейшим воздействием местных и федеральных средств массовой информации. Ивановские журналисты, не утруждая себя пониманием сути аутентичных традиций, то есть подлинных обычаев русской семьи, выбрасывали в эфир ложь о секте в заповеднике. На федеральных каналах одно за другим выходили ток-шоу об изувере в музее русского быта, где мужчинам ломают руки, а женщин, даже беременных, избивает тоталитарный этнограф. В рамках этого объединения проводились семинары, где участники старались очистить сознание и вернуться к истокам. Проводил их Александр Шевцов. Тяжесть обвинения в избиении и использовании людей для самообогащения, особый цинизм ситуации состоял в том, что долгие годы сам Шевцов учил своих учеников как раз тому, что ложь и скупость – желание другому зла не только недопустимы, но и бьют по самому человеку и ослабляют любого, особенно русского. Наоборот, жить не по лжи, любя людей, значит быть сильнее. Александрович, психологически эти работы проводил так, что смотри, если ты обираешь людей, тебя в том мире, где ты будешь обирать, тебя там наедут на тебя бандиты, тебя побьют, тебя могут вплоть до того, что калекой сделать. А в этих условиях ты можешь понять, что жизнь такая, она будет бить. Все обвинения оказались ложными доносами, не имеющими под собой никакой почвы. А все страшные сцены издевательства оказались компиляцией и монтажом, основанным на сознательном искажении русских традиций, предусматривающих наказание как наказ и игру, имитирующую суровые испытания за проступок. Ну, технология самая обычная, как и в любом, наверное, видеопродукте, как и в любом мероприятии театральном, это навести побольше, что называется, ужаса, но при этом без малейшего вреда для человека. Профессиональный актер театра и кино Дмитрий Бедарев знает, как отрабатываются постановочные драки и избиения для достижения большего эффекта. Он сам их ставил и отрабатывал десятки раз так, чтобы ложный удар был не только виден, но и слышен. Поэтому звук совмещается. И третий вариант – это когда бьют человека пощечину, а отрабатывает непосредственно я. То есть, если вы мне бьете пощечину, кто определит, где этот звук? Для русской женщины жизнь не по лжи.
Даже без помышлений об измене мужу и детям считалось порукой сохранения силы любви и женской красоты. Для назидания существовал обряд покора. Именно рабочие съемки этого обряда покора попали в руки праздных и недалеких людей, к тому же оказавшихся злонамеренными. Обряд покора проводился и с девушками, которые вот выходят замуж, на уровне там, так называемого «скачить в Паневу», что она приняла замужество, и с замужними женщинами. Он проводился либо плеткой, либо розгами, либо с пощечинами, когда муж наносит ритуальные удары для того, чтобы жена могла поклониться там, ему, назвать по имени отчеству и признать, что вот она ему отдается. Это на свадьбе могло быть. Но ни Дмитрия, ни кого-либо другого, кто мог бы профессионально объяснить смысл русской традиции ритуального наказания, ни разу, ни на одно телешоу не пригласили. Комментарии давали только пара человек, которые и написали на товарищей доносы в органы. Я думаю, что это как бы убивание вот этой культуры. Люди, которые раньше здесь были, руководство, им нужны были только деньги, наверное, ничего другого. Все это, как и сама театральность обрядовых наказаний, не интересовало постановщиков уголовного дела и истерических ток-шоу. То, что заповедный народ снимал и показывал совершенно открыто, как обряд наказания, как русскую традицию показной суровостью наказывать за малые проступки во избежание большой измены, недоброжелатели собрали и приложили к доносу как тайные съемки и выложили потом в интернет. Несколько позже доносчик Олег Шатохин, человек, оказавшийся небольшого ума, проговорится, что его донос был банальной местью из зависти. Похоже на месть. У меня-то? Похоже. Это не похоже, это черная месть. Самая такая. Нарезав эти куски, он выложил в интернет, я, конечно, пошел в полицию. Я поговорил с ребятами, то есть с офицерами. Они были возмущены, так же, как я. И сказали, да блин, конечно, пиши заявление, подсказали, как писать заявление. И когда через какое-то время мне приходит отказ, я говорю, ребят, почему? Они говорят, а кому это надо? Анатолий Благодарев, сам прекрасный рукопашник, выступавший за сборную страны, обескуражен не только вероломством поклепа, но и равнодушием хороших людей к очевидной лжи и несправедливости. Они говорят, а это не наша война, Толь. Ну, твой Шевцов Иванова, твой заповедник Иванов, мы на Урале. Это не наша война. Сейчас, когда уголовное дело против заповедника и его ректора полностью прекращено, становится понятно, что удар был нанесен по нему не случайно. На телевизионное шоу в Москве приглашали самые разные люди. Депутаты Госдумы, экстрасенсы, сектоведы, даже домохозяйки. Не было там только главного обвиняемого и тех, для кого заповедник стал важнейшим местом жизни. Моя мама сюда приезжала, была. Вот она говорит, какой, говорит, ужас показывали про вас. Вот, говорит, что такое? Я говорю, ладно, хоть я, говорит, была, я могу сказать, кроме что-то не так, я там лично была. Все обвинения оказались лживыми, а все страшные сцены издевательства оказались компиляцией и монтажом, основанным на сознательном искажении русских ритуальных обрядов, имитирующих суровые испытания за проступок. Дело в том, что в русской традиции человека лживого и неверного всегда наказывает жизнь. Буквальным наказанием остается, например, порка у казаков. Но никому в голову не придет называть казаков сектой. Считалось, что малым символическим наказанием человеку помогают избежать наказания за большую вину. Все это хорошо знали доносители. Мало того, они ранее и сами охотно участвовали в подобных ритуалах. Ну, сначала было потрясение. То есть, когда я первый раз увидел в интернете эти ролики, где там ролики со мной, где я знаю, что там происходит. И я знаю, что человек, который выкладывал, тоже знает, что там происходит. На экране по много раз крутились одни и те же страшные кадры, вырванные из контекста. Никому даже в голову не приходило спросить у самого Александра Шевцова и участников семинаров, что было до этих кадров и почему после истязаний люди улыбаются, хлопают в ладоши и радостно смеются. Связано. Совсем не связано, да? Я не права. Я... В любом случае, любая работа, на которых я присутствовал, любая работа заканчивалась смехом и радостью тех людей, то есть заканчивалась некой внутренней победой. Это даже не можно сказать, это вырвано из контекста. Если полностью ролик посмотреть, потом счастливые, радостные лица, улыбка и благодарность одна у всех. Это как постановка.
Постановка, да, постановочный удар. Задача была не понять смысл и содержание русской традиции. Задача была другая. Оболгать и раздуть сенсацию о русских дикарях-сектантах, занимающихся самоистязанием и избиением друг друга для очищения. Ложь имеет свойство расползаться. То, что в заповеднике истязают людей, поверили даже люди доброжелательные. Ну, раз на центральных каналах говорят, значит, дыма без огня не бывает, так же по-русски. Вот это и было самым обидным для тех, кто знал правду. Я даже не знаю, обидно, не обидно, просто мы очень много жили, веря в то, что мы этой стране нужны, потому что, ну как, мы этой стране помогаем сохранить вот эту память о русских. О себе. Повторим, в русской традиции человека лживого и неверного всегда наказывает жизнь. А кто у нас не без греха? Совестливые люди сами просили их наказать. Вот почему после наказания человек обретает силы и бодрость духа для начала как бы новой жизни без лжи. Вдруг через 5 лет, когда уже срок годности истек, он говорит, ой, мне там сломали руки. Причем у него сломали, как ему могли сломать руки, я его видел после этого, здоровался с этим человеком. То есть он был довольно счастлив, пил чай с семьей и говорил, как здорово, что вот прошла работа. То есть, я не знаю, я как бы был сильно удивлен, когда увидел все это. Вырванные из общего контекста кадры, на которых была лишь часть ритуального действия, не зная начала и завершения которого, невозможно вообще понять его смысл. Главное, что сумасшедшие русские бьют своих же. На следующий день тут же, ну эти съемки есть, их просто никто не стал показывать. Они сидят с этим мужем, счастливые, и она рассказывает, что надо же, вот пощечины были, а ударов не было. Ивановский заповедник русского народного быта подвергся невероятной информационной атаке. Ни один этнографический музей в России ни до, ни после не подвергался столь массированной дискредитации. И это не было простым совпадением. Когда появился заповедник, мы участвовали в фестивале национальных культур, проводимых Иваново, да, наверное, Министерством культуры, я так подозреваю. И я помню, что мы были удивлены тем, что там не было, как это, секции или площадки для представителей русской культуры. И мы сейчас собрали музей, который, по-моему, в Иваново такого нет. Не знаю, есть ли в России что-то подобное, но такие коллекции там, топоров, народных там, одежды. Грязь лилась на заповедник целый год, самая несусветная. Появлялись все новые и новые очевидцы, якобы избитые, униженные и даже изнасилованные. Позже оказывалось, что все эти люди, занимавшиеся доносительством, никакого отношения к заповеднику не имели. А если и имели, то сами были увлечены в нечистоплотности в обращении с общими деньгами и человеческой непорядочности. Я не могу понять этого. Я знаю этих людей, я считала их своими друзьями. Но знаете, наверное, как не могли понять те, кто во время сталинских репрессий приходили домой, да, их родные или близкие сдавали, друзья, для того, чтобы занять, например, их жилплощадь. Я не понимаю, как люди, которые писали писанки с нами, которые, ну, я не знаю, мы радовались, плакали вместе, разделяли хлеб, горе, радость, вдруг стали, ну, устроили вот эту травлю. Я не понимаю. Мое впечатление, опять, оно, может, неверное, оно несколько мистичное, что в этом поколении пришли снова те, кто делал 37-й год. И им непроизвольно надо знать заново по памяти своих душ делать что-то подобное. Сейчас уголовное дело полностью прекращено. За отсутствием события преступления. Нет потерпевших. Шевцов полностью оправдан. С него сняты все обвинения. Ему бы подать в суд на обидчиков и клеветников.